Всем привет, ребята! Меня зовут Споди Доди Ду, и мы с красным шариком сейчас отправимся в это очень крутое путешествие. Так, ой-ой-ой, а как тут нам пройти? Ой-ой-ой, дружище, я беру. Слушай, у меня для тебя есть очень интересная новость. Если ты вдруг хочешь попасть в следующее видео, то просто досмотри мое до конца, и ты найдешь секретик. Если ты все-таки найдешь секретик, то можешь написать его в комментарии, и тогда ты точно попадешь. Так, ну если ты, конечно, будешь первым. Если ты вдруг захотел попасть, ну прям вот знаешь, прям вот хочешь ты попасть в мое видео, тогда нужно сделать всего лишь 3 простых шага. Написать. Вот, тихо. Так. Все, теперь можем говорить. Подписаться на канал, поставить лайк этому видео и написать добрый комментарий со знаком плюсик. Угу, и тогда ты попадешь в следующее видео. Конечно, я все проверю и надеюсь, что ты будешь честным. А! Все, газометано. Теперь можем брать наши звездочки. Оп. Отлично. Угу. Давайте еще здесь все заберем. Ура! Так, можем теперь отправляться. Что? Куда это меня унесло таким ветром огромным? Как такое могло случиться? Забираем тогда все здесь. А! Ну же, давай. Давай. Ребят, мы опять улетели. Ну как такое могло произойти? Так, ну же. Давай, шарик, дружище-то. А! Все, нормально. Ну, значит, справились. Давай. А! Вот это да, вот это мы тут подлетели. Неплохо. Прыгаем, значит, сюда. Хоп. Все, нормально. Значит, хорошо. Прыгаем вот сюда. Теперь сюда. Ого, как-то слишком высоко, ребята. Вот я так и думал, что мы все-таки туда упадем. Ну что ж ты будешь делать? Так, значит, не сильно будем разгоняться. Так. Оп. Давай, шаричек. У тебя все получится. Берем наши звездочки. Что? Как я промахнуться-то мог? Серьезно, все заново, вот это да, вот это мне таких сложностей я еще не готовился. Что? Ребята, это что за уровень такой, непроходимый у нас попался? Давайте-ка все, сейчас точно пройдем его. Да все, сейчас точно пройдем, никаких у нас не должно быть проблемочек. Оп, берем наши звездочки. Тихо, тут надо быть аккуратным, знаю я. Ой, флажок. Флажок это, знаете, говорит о том, что мы пройдем уже здесь точно. Потому что, если что, у нас переместит туда все это, знаете, как чекпоинт называется. Так. Ой, босс. А ну-ка. Иди сюда. Так, а ну-ка покажи свою мордочку. Так, ты чё тут квадратный босс? В квадратах этих запрятался. Ну тогда получай, вот тебе мой первый... О! Ты что такой резкий-то попался? Догнать меня вздумал, да ничего тебе не получится. Ай! Больно. Получай. Все, ребята, 3 раза тебя попали. Ну где ты? Эй, ты так нечестно, ты чё за лазеры какие-то вызвал, он, ребята? Так же нечестно, что нам делать? Нет! Ой, как страшно-то! Тихо. Стоять, пожалуйста, стой на месте! Куда ж ты едешь? Все, успокоился. Так, стоять. Все, ребята, разъехались эти штуковины злые. Так. А! Отстань от меня! Получи в глаз! Как мне нравится, пишут мои подписчики. Спуди супер, Спуди класс. Кто не верит, тому в глаз. Особенно вот этому вот злодею боссу. Так, вы у меня самые крутые ребята. Я вас всех очень люблю. Так, а ну-ка, ты что делаешь? Я за тебя раздавлю, ребята. Все, мы про...
Всем привет, ребята! Меня зовут Споди Додиду, и мы попытаемся сейчас пройти последнего босса с помощью всех персонажей, ребята! Посмотрим, за сколько я справлюсь с этим гигантом. Он, конечно, очень опасен. Так, а ну-ка, быстренько туда теперь. Так, получай. Сейчас ему нужно перепрыгнуть. Хорошо, быстренько запрыгиваем. Сейчас всеми персонажами попытаемся его победить. Так, давайте, пока есть возможность. Тихо, тихо, вот он уже начинает нас... Ай, ждем, поехали. Так, давай. Еще два удара осталось. Так, ничего страшного. Все, ребята, его мы победили. И теперь спасем сейчас нашу возлюбленную. Так, вот тут, конечно, будет потяжелее пройти. Давай, красный шарик, у тебя все получится. Тихо. Тихо. Нет, все-таки попались на этих ловушках. Эх, какие же они тяжелые. Так, давай, сейчас я тебя спасу. Тихо. Ай, конечно. Так, последний ключик, ребята. Что? Так, все, последний ключик, и мы спасли нашу невесту. Ура! Так, а теперь осталось ее спасти еще за несколько персонажей. Теперь, ребята, свои силы попытает баскетбольный мяч. Так, давай, дружище, посмотрим, на что ты способен. Так, первый перелет очень даже удался, да? Получай, босс. Так, стой, сейчас баскетбольный мяч тебе покажет. Тихо. Ай, как больно-то. Ты что сделал-то? Получай камнем, ты злодей. Тихо. Ой. Все, сейчас тебе тут и получишь ты. Фу, успели. Все, ребята, сейчас один раз его осталось нам. Что? Как это он нас раздавил? Я же баскетбольный мячик, мне нельзя раздавить. Так. Ой, смотрите, мы его пошатнули даже. Прикольно. Так, и он и я получил, вот это да. Давай, баскетбольный мячик, у тебя все получится. Да что ж такое-то? Все, ребята, мы его смогли победить. Так, а теперь самое тяжелое. Эти бластеры, лазеры, эти красные. Давай, принцесса, я тебя спасу. Так. Так, тихо. Ух ты! Все, мы спасли! А в этот раз, ребята, силы попытают смородинка. Давай. Или не смородинка ты, или малинка, но больше похоже на смородинку. Так. Все вроде бы хорошо. Давай, у тебя тоже все получится. С этим злым и огромным боссом. Так. Что? Как это мы по ним камнем не попали-то? Ну-ка, получи, шипастый ты злодей. Так. Сейчас мы тебя камнем-то получил. Так. Ой, ребята. Тихо. Хватит пускать эти штуки. А! Как это он нас смог задеть-то? Нет! Получил. Еле-еле, ребята, мы успели. Вот это, конечно, да. Так, стоим посередине. Сейчас осталось подпрыгнуть. Давай, хоп. Ну, вот это мы подпрыгнули, конечно. Позор. Так, ключик почему-то в этот раз тут оказался. Ну да ладно. Ух ты, быстрее. Все, ребята, и теперь мы ее спасли. На этот раз, ребята, испытание хочет пройти великий черный шарик. Так, ну-ка давай. У тебя тоже все должно получиться, дружище. Черный шарик, очень крутой шарик. Чё? Это как так можно было? Черный шарик, ты чего?
Вот, вот так вот уже лучше намного. Давай, давай, сейчас он получит. Злодей этот. Так. Тихо. Запускаем камни. А, нет, нет, нет. Давай, получай. Ой, как ты вовремя подпрыгнул, прямо молодец. Что? Как это мы получили-то? Давай, 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 давай. Все, справились. Так, 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 теперь пошли эти штуки. Непонятные. Ну, навряд ли у нас получится с одной жизнью пройти. Хотя... Хотя, ребята... Получилось! А следующий у нас на очереди это апельсинка. Так, ну что, давай апельсинка. Я думаю, у тебя тоже все выйдет. А ну-ка, ну-ка. Вот он, злодей тут катится. Получай камнем огромным. Так, тихо. Тихо, тихо. Нет, нет, нет. Да что ж ты будешь делать? Куда, куда надо прыгать? Сюда? Тихо. Тихо, тихо. Все, получилось? Вроде бы неплохо. Так. Давай, давай, зубастая ты такая. Как это мы не попали-то по нём? А сейчас? Всё, сейчас попали камнем, отлично. Хорошо, хорошо, давай. Давай, громила. И сейчас камнем промахнулись, ну что ж ты будешь делать? Так. Давай, выпускай свои эти штуковины. Всё. Круто. Отлично, вот это мы вовремя это сделали. Все, он теперь у нас пропал. Так, теперь самая важная миссия. Так, ключ почему тут оказался? Тихо. Ура! Теперь, ребята, время золотого шарика. Или желтого. Теперь он попытает свои силы. Так. Вроде бы перепрыгнули. Давай, давай, давай. Камнем его этого злодея. А, тихо. Тихо, тихо. Так, быстрее, 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 быстрее. Что? Да почему я не попал-то, а? Хотя бы этим камнем попаду. Так. А! Давай, 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 иди. Получил, да? Так. Тихо. Давай, давай, сейчас мы на тебя скинем еще один камень. Ой, как вовремя ты подпрыгнул. Так, я тоже получил почему-то. Тихо. Что? И я, и он? Это как так может быть? Странно. Принцесса, сейчас мы тебя освободим. Так. Тихо. Я, ребят, могу пройти, не потеряв ни одной жизни. Да как такое произошло-то? Бац! Все, ребятки, мы справились. И на этом, наверное, закончим наш эксперимент.